search for the love of their life, and when it's gone, oh no. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа «Рав Шужиян», и я ее ведущий Роми Мугаев. Международная федерация курдских общин на постоянной основе проводит конкурсы по выявлению талантов среди нашей молодежи. Призером стал Бадиров Махмуд из города Шымкент. И сейчас у нас появилась такая возможность познакомить вас с Бадировым Махмудом и показать процесс, его творческий процесс. И мы еще попытаемся рассказать вам о том, как он пришел к успеху. Уважаемые телезрители, сегодня программа «Рав Шужиян» знакомит вас с молодым представителем курдской диаспоры, который стал победителем в конкурсе молодежного крыла Международной федерации курдских общин на выявление талантливой молодежи. Мы расскажем вам о юном танцоре, исполнителе спортивных танцев Бадирове Махмуде Юсуповиче. Махмуд Бадиров родился 27 июня 1995 года в Казахстане, в традиционной курдской семье. Живет и трудится в городе Шымкент. Отец Махмуда, Юсуп Бадирович, работает на заводе «Петро Казахстан». Мама, Малика Асановна, занимается домашним хозяйством. У Махмуда есть две сестры – Гулистан и Арина. С раннего возраста Махмуд усердно занимается спортивно-бальными танцами и принимает участие в Федерации спортивного танца Республики Казахстан и во Всемирной федерации World Dance Sport Federation, которая проводит конкурсы мирового масштаба и чемпионаты мира. Несмотря на свой юный возраст, Махмуд Бадиров со своими выступлениями уже объездил много стран мира и показал хорошие результаты. Летом 2011 года Махмуд Бадиров в Таиланде, в городе Бангкок, занял второе место по европейской программе, а позже в Италии на международных соревнованиях он занял четвертое место по 10 танцам. Махмуд Бадиров является одним из немногих курдов, кто посвятил себя необычному для курдской среды направлению в спортивных бальных танцах и мечтает достичь больших высот в данном виде спорта, прилагая к этому все усилия. Он своим примером показывает, что курдский народ, наряду со всеми другими народами, может и имеет право быть равными среди равных во всех сферах и направлениях. В Казахстане под руководством Махмуда Бадирова открыта школа танцев, в которой обучаются дети разных народов. Однако Махмуд мечтает, что когда-нибудь в независимом Курдистане будет открыта школа спортивных бальных танцев, которая подарит всему миру великих танцоров мирового масштаба. Конечно же, для достижения целей ему нужна поддержка среди народа, чтобы иметь возможность выступать и обучать детей, что требует немалых затрат. Спортивные бальные танцы – это один из дорогостоящих видов спорта, который требует постоянного финансирования. Тем не менее, Махмуд Бадиров не собирается сдаваться и дает нам еще один повод гордиться своим народом. В сегодняшнем выпуске Махмуд будет танцевать со своей напарницей Беллой. Белла – это удивительная девушка аварской национальности, изящно исполняющая спортивные бальные танцы.
destenim gevri gevram este benim be alam gevri gevram este bete destenim gevri gevram este benim be alam o guli guli tene dam gevram gevram o guli guli tene dam gevram gevram erbamın gevram erbamın gevram tuneliyaz nam tuneliyaz be halam dille meşavuti şevçedi sal dora tedgir gevri gevram destek bete destek gevri gevram destek binamda çağırın future holds yeah nothing as close wonderful no 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 and the sand comes in itself from the water in every river all time in every era but for you my love for you becomes day all the sand comes in itself from the water in every river all time in every era come stay there. Wada 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 game. I try to maintain this given natural fame, but damn, what's been happening when I've been rapping? Maybe start laughing and tell me, is it happening? Maybe start flashing, ain't about the fashion. Здравствуйте, Махмуд, Белла. Мне очень приятно познакомиться с вами вживую. Я вас много читал, видел ваши успехи, много кто это публиковал, различные сайты, издания. И сегодня мне хотелось бы, чтобы зрители программы «Рав Шужьян» узнали о вас, так что прошу вас рассказать о себе. Спортивно-бальными танцами я начал заниматься с 7 лет. Меня тела мама, но до этого ходила моя старшая сестра. Благодаря этому туда попал я, и мне очень понравилось, и по сей день я занимаюсь ими. А вы, Белла? Я начала, как и все дети, также с 7 лет заниматься танцами. Ко мне в школу пришла преподаватель по танцам, мне очень понравилось. И так и началась моя карьера. Но вы с каких вы городов? Я с Шымкента. Махмуд с Шымкента. Я с Алматы. Ну, а знакомы мы с 7 лет. А, вы знакомы очень давно, с 7 лет, да? Пересекались. То есть, да. Вместе ездили. Вы знаете, еще такой вот вопрос интересный. Обычно детей отдают в различные кружки, будь то музыкальные, рисование, борьба, там, еще что-то, виды спорта. А что вас побудило заниматься и не просто бальными танцами, а именно спортивными бальными танцами? Танцевание с партнершей, танцевание в паре, танцевание с красивой девушкой. Это очень приятно, и само слово танцы, ну, танцы – это наша жизнь. Энергию выплескивает, помогает? Да. И получаю, и выплескиваю все, что нужно. А вы было? Так как это спортивные танцы, во-первых, для девушки танцы, мне кажется, это лучший вообще вид искусства. Во-вторых, спорт. Это в любом случае спорт, это интересно, это соревнование, хочется выигрывать, это азарт. Поэтому, конечно, мне понравилось заниматься бальными танцами. Ну, вы занимаетесь вместе сейчас или вы как-то различными парами выступаете как? На данный момент мы практикуемся в зале и тренируемся, поддерживаем форму.
Я думаю, как раз-таки это нашим зрителям надо рассказать об этом здании, где мы сейчас находимся, где вы проводите свои тренировки, подготовления. Так что пару слов о здании было бы. Да, конечно. Здание называется «Люксор». У нас есть тут танцевальная студия «Ладанза», в которой преподаю я. Мы сейчас, оба уже преподаватели, свою карьеру танцевальную мы уже закончили, но так как форму поддерживать нужно, мы занимаемся все равно в парке. То есть вы преподаете, да, танцы уже, да. То есть достигли определенной планки и уже передаете свой опыт молодому поколению. Это очень прекрасно в столь юном возрасте, я за вас рад, это очень не каждому дано. Вы... Вот каждый из вас, или как бы правильно, ездили по различным странам. Просто вот лично о вас, Махмуд, я читал, что вы посещали Италию, еще там различные страны, по СНГ вообще буквально везде были и занимали много призовых мест. Это тоже, это большой труд, вклад, это достижение такого успеха, это просто колоссально. И в каких странах вы бывали и чего вы там добивались? Был в России, был в Узбекистане, был в Таиланде и в Италии. Таиланд, Италия – это уже намного интереснее. Там своя атмосфера, конечно же. И как вам Италия, понравилась? Красота. Я вот всегда мечтал бы в Италию попасть. Ну, попадете когда-нибудь, дай бог. А вы была? Я тоже много где была. Я являюсь полуфиналисткой чемпионата Германии. Была в Чехии, в Австрии. Но вообще много где были. У нас интересен наш спорт тем, что мы постоянно путешествуем с самого детства и выступаем на соревнованиях. А родители как-то к этому относились, когда вам приходилось вас отпускать куда-то за границу с кем-то? Это родители испытывают сильнейшие переживания. Как вас отпускали? Ну, вся как бы ноша вводилась на нашего тренера. Наши родители просто доверяли как второму отцу, второй маме. Ну, так оно и есть. Наш второй отец, наша вторая мама. За нами следили, нас контролировали и переживали за нас, так что все нормально. Иногда мы ездили с кем-то из родителей, иногда сами. То есть в другую страну. И, конечно, родители переживали, но мы доказали, что мы немного уже можем быть самостоятельными. А какие именно призовые места, Махмуд, вы получали? На чемпионате Казахстана я был вторым серебряным призером. И в другой категории, тоже чемпионат Казахстана, я два раза был третьим бронзовым призером. Это получается в тройку лучших? Да, в Казахстане. Это было давно? В каком возрасте? В возрасте 16 лет. О, в 16 лет это уже попал в тройку. Да. А еще я слышал, что у вас есть школа вроде бы танцев, лезгинка, кавказских танцев. Да. У меня есть школа кавказских танцев. А где она находится? В Шымкенте. А, то есть в Шымкенте. Да. И расскажите о ней поболее. Есть ансамбль, есть коллектив. Как называется? Долина Кавказа. А, Долина Кавказа. Да. Есть цель, которую мы вводим для понимания зрителя, понимания самого танца, потому что есть проблема многих зрителей в том, что они считают, есть один танец под названием лезгинка, хотя в кавказских танцах их около 50. Я организовал на данный момент 3 концерта отчетных в городе Шымкент, на которые пришли
очень много людей, которым очень сильно понравилось. Сами постановки танцев, именно мои, они содержат немного элементы бальной хореографии, элементы курдских танцев. Курдских танцев тоже, это очень интересно. Немного других народов, и получается вкусно. Как зрители говорят, я вижу вкусно, и зрители тоже видят вкусно, им это нравится. Ну, на самом деле это очень интересно. И мне это тоже приятно. Насыщенность, наверное, получается очень насыщенно, да, выходит в итоге на финише. Именно смешение, слияние, микс, как коктейль. То есть не конкретно одно направление, но как мы привыкли тут видеть лезгинка в одном исполнении. Да. То есть, а у вас более насыщенно, более различных направлений исполнения. То есть там вы обучаете детей, вы же уже сам как педагог, получается, хореограф. Вы обучаете детей, там идет набор, с какого возраста? 4 лет. Но вот нашу программу «Рав Шужиян» смотрят люди практически со всего мира. То есть это Европа, те же страны, СНГ, Америка, сам Курдистан. И они, эти все люди, они тоже любят наблюдать за танцами. И вообще в нашем курдском народе у нас самих фольклор очень богатый. Очень много танцев, различных исполнений говенда. И вот мне интересно, если бы из Курдистана вас бы пригласили, например, или тут бы открыл кто-то оттуда школу курдских народных танцев, или вы бы смогли преподавать, или есть у вас такие амбиции, желания? С удовольствием бы принял участие и помог, и был бы в этом проекте, и есть планы в дальнейшем также иметь коллектив, но иметь коллектив еще больше и с большими разными направлениями. Зор спас гяли тамаша ваны гижа. Канал Якбун ТВ Пироздыкан. Бежи Курды, Курдистан.